Мы продолжаем совместную благотворительную акцию с Русфондом. В помощи зрителей ГТРК «Кубань» нуждается 14-летняя Арина Дьякова из села Белая Глина. Тебе порезать? Нет, я сама. Арина все делает сама. Готовка, шитье, работа по дому ей не чужды, несмотря на то, что девочка родилась с патологией. У Арины недоразвито предплечье и нет правой кисти. Я очень, конечно, расстроилась. Ну, можно сказать, что даже, наверное, с полгода плакала. Ну, а потом как-то взяла себя в руки и думала, самое главное, что она жива, здорова. Арина чувствует себя хорошо, но нагрузка на левую и правую руку неравномерные. Из-за этого мышцы спины развиваются по-разному. Начал искривляться позвоночник, есть угроза атрофии мышц и сколиоза. Решение только одно. Девочка нуждается в обязательном функциональном протезировании для предотвращения атрофии мышц недоразвитой руки, перегрузки и единственной здоровой конечности, формирования сколиоза и исключения психической травмы. Минимальная цена такого протеза свыше 250 тысяч. Семья может накопить такую сумму, но на это уйдут и год, и два. А протез нужен уже сейчас, чтобы состояние не ухудшилось безвозвратно. Для Арины это особенно важно. Она хочет стать дизайнером в будущем. Арина уже знает, что сделает в первую очередь, когда у нее появится протез. Наверное, пойду погуляю по парку, чтобы посмотреть на лица других. Не знаю, почему, но почему-то мне так смешно становится постоянно, когда на меня смотрят. Вот, хотя я понимаю, что они мне все соболезнуют, и я им благодарна, но все-таки. Воплотить мечту Арины в реальность можно, отправив смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Перевести пожертвования можно также на сайте Русфонда и через мобильное приложение. Мария Карагёзова, Роман Пастушок, Андрей Тедаков. Вести.